И вернемся к событиям в нашей стране. Фермер из Алматинской области потерял урожай кукурузы на 70 гектарах из-за некачественного гербицида. Препараты Рустем Сарымсаков закупил в одном из магазинов Талдыкургана, причем товар имел все соответствующие документы. После опрыскивания растения они пожелтели и усохли. Не помогли оживить саженцы ни последующий полив, ни органические удобрения. По подсчетам аграриям, на семена, распашку земли и оплату труда рабочих он уже потратил 5 миллионов тенге. Урожай планировал собрать на сумму в 3 раза больше. Мужчина обивает пороги и магазина, и компетентных органов. Юристы советуют составить акты и подать в суд на торговую точку. Теперь они ссылаются, говорят, мы тебе дали, говорят, на пшеницу. Говорят. А у меня пшеницы вообще нет такого, как такового. Угу. Вот теперь, не знаю, дело будем передавать в суд. Я ущерб пронес на 5 миллионов. Это только что вот пахота моя, гербициды, удобрения и семена, и зарплата рабочим. Я в этом году полный банкрот. И мне еще есть, как его, кредиты и лизинг платить надо. И как-то на что-то надо жить. А тут я не знаю, что делать теперь. Идти таксовать, наверное, только.